Вечер добрый, дорогие радиослушатели и телезрители. Мы сегодня продолжаем нашу программу, авторскую программу. Я Александр Ситниковский, In Out Israel Tours. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Тема, которая сегодня, в период, который мы последний год с лишним переживаем, она очень актуальна. Это тема медицинского туризма. И по этому поводу у нас сегодня в гостях человек, который занимается около 20 лет медицинским туризмом, доктор Дмитрий Синицын. Вечер добрый, Дмитрий. Очень приятно вас сегодня видеть в студии. Мы сегодня поговорим о том, что может быть причиной приезда людей в Израиль на лечение, каким образом это происходит, какие у нас есть к этому предпосылки. Но прежде всего я хочу сказать вам о том, что такое, если люди, которые не особо разбираются в некоторых вопросах. Я могу сказать, что медицинский туризм – это термин, обозначающий практику представления плановых медицинских услуг за пределами региона проживания, совмещение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи. Медицинский туризм, как правило, это выезд из мест проживания, и он не обязательно должен предполагает под собой получение медицинских услуг за пределами страны. Это может быть в США, огромная страна, могут быть из штата в штат посылаться и так далее. Да? Вот. Три группы туризма есть у нас. Это медицинский туризм, внутренний, въездной и выездной. Ну, так же, как у нас, правило, туризм имеется въездной, выездной и внутренний. Значит, я вам хочу сказать, что по данным, статистическим данным государства Израиль, оборот медицинского туризма в Израиле около миллиарда долларов в год. То есть это приличная сумма, с которой платятся налоги. Соответственно, не только потому, что платятся налоги, а государство Израиль все-таки, я вам скажу, что Израиль находится на передовых позициях, где-то в пятерке лучших стран по оказанию медицинских услуг. Поэтому и в финансовом, мы об этом тоже поговорим попозже чуть, а в финансовом эквиваленте тоже у нас есть услуги, которые намного дешевле, допустим, в тем же штатах, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы обратимся с некоторыми вопросами. Во-первых, спросим господина Синицына, откуда он приехал в Израиль, чем он занимался до того, как стал заниматься, как он пришел к этому медицинскому туризму. Поэтому, Дим, к тебе внимательно слушаем, расскажи о себе немного. Спасибо. Еще раз добрый вечер, друзья. Я родился в Ялте и учился, соответственно, в Симферопольском мединституте, Крымский мединститут, самый близкий, который к нам был, наш альма-матер. И после его окончания я получил специализацию детского реаниматолога-анестезиолога. И проработав определенное количество лет, в 99-м году уехал в Израиль. Времена были нелегкие, и как-то так случилось, что уехал, то есть это было непростое решение. И вот в то же время, что я работал в больнице, возвращаясь к тому, что времена были непростые, мне приходилось подрабатывать в туризме. У нас с другом была туристическая компания. И вот это вот сочетание туризма и медицины каким-то образом сошлось уже в Израиле в какое-то единое дело. В 2003 году я открыл компанию, и с 2003 года мы, в общем-то, занимаемся медицинским туризмом в Израиле. Отлично. Да, я хочу сказать еще, вот я сейчас высчитал, это раньше, но сейчас я хочу добавить, что, чтобы вы понимали, что отрасль медицинского туризма показывает стремительные темпы. И с 2004 года доходы выросли с 40 миллиардов долларов до 500 миллиардов долларов, прошу. Это 14% общего объема дохода туризма, в целом 3,2 триллиона долларов. В этом году, в 2012 данный вид туризма развивал 1,8% мирового ВВП. Вы можете представить, какой объем денег проходит через медицину, туристическую отрасль медицинского туризма, да? Поэтому я вам хочу сказать, что мы еще спросим, допустим, в период того, что мы сегодня переживаем определенное какое-то непонятная эпидемиологическая обстановка, да, вроде у нас уже в Израиле она намного лучше. И вперед, извините, прошу прощения, у нас звонок в студию. Нет, это не звонок в студию, это на мой телефон, я прошу прощения.
Да, разговор идет о том, что мы в последний год определенной болезни, которую мы все знаем, модной, оно, слава богу, заканчивается у нас. Мы перенесли очень серьезный рывок, создали в отношении того, что вакцинировалось почти там 80% нашего населения, если не больше, я уже не знаю, не хочу говорить. Постоянно растет, постоянно меняется. Данные разные. Но дело в том, что последний год, я знаю, насколько, был ограничен въезд людей, мечтающих и жаждущих получить медицинские какие-то услуги, да, в связи с тем, что обстановка сама по себе не позволяет, поэтому есть какое-то определенное ограничение. Я объясню, какая здесь ситуация сложилась. Практически с самого начала короны был доступ полностью закрыт в Израиль для иностранных пациентов, так, впрочем, как для любых иностранных жителей, для любых иностранных граждан. И в какой-то момент открылось направление, стали пускать пациентов с заболеваниями, угрожающими жизни. То есть это онкология, это какие-то тяжелые кардиохирургические заболевания, нейрохирургия. И практически вот до февраля 2001 года эти пациенты спокойно въезжали. И как после этого снова пошел у нас очередной виток на фоне вакцинации, когда перестали пускать, потому что у нас начало расти количество заболевших, хотя тут снова все очень-очень неоднозначно. Раньше это были просто здоровые пациенты, считались, а вот в это время, именно во время ковида, они бессимптомные, у них нет вроде бы ничего, но из-за антител, которые находили, они считались больными. Так вот, начало расти количество этих пациентов и закрыли полностью Израиль. И вот только сейчас, 7 апреля, не так давно, Израиль вновь открыли для той же категории пациентов. Очень охотно, в общем-то, рассматривается Минздравом вопрос о въезде онкологических пациентов и прочих тяжелых категорий пациентов, именно у которых заболевания опасные для жизни. Вот. Но здесь Минздрав вместе с Министерством внутренних дел ввели достаточно много прочих ограничений, которые, ну, с одной стороны, понятно, они мешают въезжающему пациенту, с другой стороны, они каким-то образом защищают население собственной страны. Так вот, сегодня любой пациент, который хочет приехать в Израиль, перед приездом должен быть уверен в том, что в серологических анализах у него видно, что есть антитела после того, что человек переболел, или что он получил прививку. В любом случае, в Израиле не столь важно, болел, не болел, была это вакцина такая или другая. Главное, чтобы были антитела. Таким образом, сегодня пациент, прилетающий в аэропорт Бен-Гурион, пожалуй, последние дни не совсем Бен-Гурион, у нас из-за бомбежки был закрыт этот аэропорт, но сейчас постепенно снова же все открывается, все приходит в норму. Поэтому я продолжу с Бен-Гурионом, потому что это основной аэропорт для прилета иностранных пациентов, иностранных туристов. Так вот, на сегодняшний день прилетевший пациент прямым ходом отправляется в больницу на госпитализацию. Только сойдя с трапа самолета, ему проводится ПЦР-тест 15-минутный, то есть это все очень быстро, посмотрели, что он сейчас не болен, температуры нет, симптомов нет, окей, отправился в больницу. В больнице он госпитализируется в специальный блок, и выполняются серологические анализы, снова же ищут антитела. Так вот, здесь самый сложный момент. Если у пациента антитела есть, то он на следующий день выходит и продолжает или начинает свою программу медицинскую, из-за которой он прибыл. Но если у него нет этих антител, то он застревает в больнице на 10 дней, то есть на время карантина. И вот здесь как раз у нас очень большая появляется проблема финансовая. Потому что если, скажем, какие-то больницы могут брать за госпитализацию $600, какие-то $1000, и получается, что пациент, проведя 10 дней в больнице, и у него нет антител, и он не позаботился о том, чтобы проверить это заранее, может попасть совершенно на нереальные деньги, еще не начав ничего делать. Более того, он и не может ничего делать, он не может даже из палаты выйти все это время, пока он находится в карантине. То есть его изолируют? И он полностью изолирован. Да, 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 да.
Вот. То есть, несмотря ни на какие усилия, это так, и вполне возможно, что это правильно с точки зрения нашего Минздрава. Что же касается, в принципе, обстановки вот в Израиле, касающейся медицинского туризма, скажем, именно как медицинского туризма в Израиле, больницы, естественно, полупустые. Естественно, что сейчас любые очереди, любые какие-то диагностические, лечебные мероприятия, доктора, все намного более свободны, чем обычно. Попасть к ним намного проще. Пока нет такой востребованности, как это было всегда, когда стояли очереди из иностранцев. Ажиотажа нет такого, нет, да? Пока нет. Потому что нет людей, которые могут въехать. Ну, снова же, у нас правительство обещает, насколько это можно обещать, планирует, что вот с июня вроде бы как у нас начнутся группы, я да? Я перевожу, насколько можно верить нашему правительству. Не будем влазить в политику. Слово правительство у нас... Вообще, слово ругательное, прошу, ко мне его не применять. Совсем. Так вот, как они обещают или думают открыть для групп воздух с июня и с конца июля? Звучало число 23 июля, никто не знает точно, откуда это вдруг взялось число, но говорилось, что с 23 июля, возможно, откроются границы уже для всех. То есть все полетят. Каким будет процесс проверки каждого влетающего на коронавирус, пока неизвестно. То есть ПЦР, понятно, это все так же будет, как и раньше. То есть 72 часа до вылета из страны пребывания пациента он сдает анализ на ПЦР, он по прилету сдает ПЦР у нас. Вот дальше пока не совсем понятно. Нет, то вообще непонятно. Неопределенность. Конечно, потому что ни одна больница, все больницы вместе не выдержат этого потока, если говорить о госпитализации каждого пациента для проверки. То есть это фактически невозможно представить? Нет, конечно нет. Я думаю, что вот сейчас, когда Израиль уже месяц, больше, наверное, да, уже месяца, находится в зеленой зоне, то есть у нас все хорошо, у нас нет коронавирусных отделений, то есть, казалось бы, вот все должно быть хорошо. Периодически какие-то вспышки плюс-минус говорят, что где-то что-то выросло, уменьшилось, но у нас, в принципе, эта тема с улиц, она исчезла ведь. Я понимаю, что сейчас она, возможно, сменилась Хамасом очень удачно, то есть напасть на напасть. Вы знаете, как у нас сейчас вот шутят очень удачно так, что закончилась эпопея с коронавирусом, и мы вернулись к обычной жизни, имея в виду, что вот мы вернулись к очередной войне. Обстрелом, да. Вот. Сказать, какая у нас обстановка, сложно, все видно по телевизору. Очень беспокойно, непонятно, как это все и когда закончится. Но обычно это все не продолжается очень долго. Поэтому, если говорить о конце июля и о возможном открытии границ, в принципе, для всех, я очень надеюсь, что к тому времени у нас будет спокойно на всех фронтах, как говорится. И с ковидом, и с нашими соседями. С Божьей помощью. Я очень благодарен за то, что Дима так развернуто все говорит. Я вам хочу напомнить, что вы нас можете посмотреть в прямом эфире. Там у нас получился форс-мажор, опять же, потому что мы вышли немножко раньше, чем анонсировалось. Мы вышли в 9 часов, но ничего страшного нет. Мы, люди, которые нас смотрят, они успеют посмотреть нас. Значит, вы можете смотреть нас в прямом эфире по Фейсбуку, прямо Art Hall Television. Тот же адрес Art Hall Television вы будете в записи ближайшие завтра, послезавтра уже, я уверен, будете видеть это в Ютубе. И, соответственно, можете радио эфир прямой radio.arthall.pro. Ну и, соответственно, можете звонить нам в студию, господа. Телефон для звонка в студию по WhatsApp. Люди, которые звонят из-за рубежа и даже из Израиля, по WhatsApp это +972 542 569 569. Я повторяю, +972 542 569 569. Теперь, Дим, я хотел спросить. У нас, насколько я знаю, разговор идет о том, что Израиль все-таки это один из крупных таких центров медицинских
медицинского туризма, будем говорить, да, и прежде всего благодаря тому, что мировая репутация ведущих медицинских учреждений в качестве медицинского обслуживания и медицинские процедуры у нас очень серьезные и сложные, недоступные в других странах, проводятся по доступным ценам, я повторюсь, я сделаю потом опять какой-то сравнительный анализ. Такие процедуры включают ортопедические операции, лечение рака, бесплодие, процедуры ЭКО, а также нейрохирургические. Да? Вот какие больницы? Я знаю, что у нас около 70 больниц, которые общего профиля медицинского, которые часть из них находится в владении государств и некоммерческих структур и управляется ими. А вот ведущие больницы, можно много спорить, но вот можно ли назвать ведущие больницы? Знаете что? Пять больниц ведущих, которые, не будем говорить, рекомендованы медицинской, вот из твоего опыта, 20-летнего опыта в области медицинского туризма, вот твои рекомендации или есть какие-то специализированные? Допустим, условно говоря, тот же Ихилов специализированный. Я объясню. Да, вот давай по этому поводу, потому что это интересно. Прежде всего мы говорим о клиниках в крупных городах. Самая близкая к аэропорту, самая центральная Тель-Авивская, одна из самых востребованных, я считаю, что это флагман медицины Израиля, это клиника Ихилов, она же Сураски. На ее территории есть детская клиника Дана, которая принимает детей практически с любой патологией. Понятно, с насморками не очень много везут, но все, что касается онкологии, онкогематологии, нейрохирургии, кардиохирургии, урологии, всяких пороков развития, с этим всем Дана справляется. Огромный центр Тель-Ашумер или Шиба, там есть остановки автобуса на территории больницы, она огромная, делают практически все. Частная клиника Асута, это, можно сказать, что одни из лучших операционных, это одно из лучших оснащений, и это сбор, пожалуй, лучших врачей Израиля, потому как это частная больница, и, скажем, все врачи работают в основной массе, там, предположим, до 4 часов в дня в государственной клинике, и после 4 дня у них начинаются приемы, операции и так далее, так далее, так далее, уже в клинике Асута. Хотя есть и свои врачи, которые находятся там постоянно, онкологи, радиологи и много-много-много-много кого еще. Поэтому, да, так вот, еще... Клиника Рамбам в Хайфе, огромный комплекс. Одна из крупнейших клиник центра страны – это Асафа Рофе. Нельзя не сказать про клинику в Адасе, клинику, извините, в Иерусалиме Адаса. Ну вот, пожалуй, это костяк, это вот самые-самые-самые. Это самые мощные и в технологическом плане, и в плане состава врачей. Я хочу немножко вернуться назад. Вы сейчас говорили о том, что Израиль занимает достаточно высокое место в рейтинге стран с хорошей продвинутой медициной. Я просто хотел это сказать... Это правда или нет? Это правда. Смотрите, если брать, скажем, Англию, у нее основа – это обучение. Обучение всех и вся. Они сделали себе на этом имя, и в Англию едут лечиться, учиться. Sorry. Так, да. Вот. Израиль сделал себе имя на трех вещах. Это сельское хозяйство, это высокие технологии и это медицина. Причем можно однозначно сказать, что две последние составляющие, они дополняют друг друга, ну или лучше сказать, высокие технологии дополняют медицину, потому что... Высокие технологии еще во всех отраслях, будем говорить, вооружение и так далее. Это да, окей, наши спутники летают по всему миру, согласен, хоть мы их и не производим. Да. Но нет, я хотел сказать о том, что Израиль постоянно участвует в разработках или сам полностью... разрабатывает огромное количество стартапов медицинских в Израиле. То есть постоянно в медицину Израиля вливаются какие-то новости, какие-то новшества, какие-то новые оборудования, новые технологии во всем. Плюс мы производим собственные препараты лекарственные. И у Израиля уже как бы... бренд израильской медицины, вот он включает в том числе и лекарственные препараты. То есть известно, что, скажем, человек покупает лекарственные препараты в Израиле в аптеке, или он покупает его онлайн, но
у нас настоящие лекарственные препараты, у нас нет подделок, за этим очень серьезно следят. И последний момент, я хотел бы уделить очень такое вот внимание, почему у нас еще такая навороченная медицина. Вы знаете, вот взять любого, абсолютно любого специалиста, предположим, онколога. Онкология – это, в принципе, израильский бренд, израильский тренд. Берем онколога. Много раз за год по всему миру проходят различные симпозиумы онкологические, на которых съезжаются со всего мира какие-то научные деятели, врачи, то есть представители разных медицинских инстанций, связанных с онкологией, фармкомпании. И на этих симпозиумах докладывается, дается информация о всех новшествах, которые появились, вот скажем, за это время в мире. Чтобы вы понимали, это не так, что вот эти новшества появились, что-то придумали и сразу пришли докладывать. Нет, это то, что уже вот исследуется по каждой из новостей, скажем, исследуется последние там сколько-то лет с огромным количеством участников и так далее, и так далее. То есть нам показывают уже конечный результат, доказанный результат. Так вот, едет, предположим, онколог на этот симпозиум, и получает он необходимую, нет, какую-то новую, очень интересную, свежую информацию. Он приезжает, и все вот эти вот новости, все вот эти вот вещи, которые он услышал, это все внедряется сразу в клиниках Израиля. То есть я веду к тому, что вот вся, в принципе, мировая медицина, весь вот этот вот как бы мощный кулак, весь этот вот мировой медицины, это все ввозится в Израиль и здесь используется. То есть вот все, что есть в мире, по всем специальностям практически медицинским, я говорю о конвенциональной медицине, то есть о традиционной медицине. Я не говорю про китайскую медицину или про какие-то еще вещи, которые... Которые тоже имеют место быть. Они есть, но все-таки Израиль славится не ими. Ну да. Вот. Все, что касается нетрадиционной медицины, они есть везде. Они есть в России, кто-то едет в Китай, кто-то едет в Корею, кто-то едет куда-то еще. Неважно, они есть везде. Что касается традиционной медицины, Израиль впереди очень-очень-очень-очень многих. То есть мы будем говорить о том, что есть какое-то понятие. Вот, допустим, мы знаем, что русский балет, русский космос, да? Первые в космосе русские, балет русский. Да? Да. Хоккей канадский, а медицина израильская. Когда-то и хоккей был русский. Помню ребенка, мне это очень нравилось. Для меня это такая тема очень больная, потому что ты знаешь, что я занимаюсь с Левой Гениным, и мы работаем в этом направлении. Вот я хотел бы сказать еще одну маленькую вещь. Во-первых, вы не забудьте, что вы можете нас посмотреть Art Hall Television по Фейсбуку, прямой эфир, да, сейчас идет. Art Hall Television завтра. Я так надеюсь, что завтра уже в Ютубе можете посмотреть повтор сегодняшней программы. И, соответственно, слушать по радио radio.arthall.pro. И, безусловно, звоните нам в студию. Мы ждем ваших звонков. Какие-то вопросы есть. Мы всегда будем готовы на них ответить. Плюс по WhatsApp. Плюс 972-542-569. Повторяю. Плюс 972, это код Израиля. 542-569-569. Теперь я вам хочу такую сказать. Мы с Дмитрием просто находимся в одной из организаций, в которой мы присутствуем. Называется это «Альянс народов мира». И мы, соответственно, два таких департамента. Он возглавляет департамент здравоохранения и медицины, я, соответственно, туризма. И вот у нас этот симбиоз произошел: медицина и туризм, медицинский туризм. Мы тоже попытаемся раскрыть больше эту тему в каких-то других передачах. Но сегодня вот у нас Звановский есть в студию. Вот такой у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из России, слушаю вашу передачу. Да. Как вас зовут? С кем имеем честь? С кем имеем честь? Как вас зовут? Очень приятно. Эмма. Здравствуйте, Эмма. Мы слушаем. Я хотела вам задать вопрос. Да, слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Почему у нас идет эхо? А, тогда выключите Facebook на секундочку. Или да, тогда. Да, вот. Да, да. Выключить. Да. Да, Эмма. Здравствуйте. Здравствуйте. С большим интересом слушаю вашу передачу. Да. Меня зовут Эмма, я из России. Очень приятно. Да, слушаем.
Спасибо. Я хотела бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какими инновационными или уникальными методами реабилитации постковидных больных вы на сегодняшний день обладаете? Может быть, вы с нами чем-то поделитесь? Да. Сейчас слушаем ответ. Вы знаете, Эмма, спасибо. Здравствуйте, это интересный вопрос, наверное, он интересует многих, и поэтому я скажу сразу, в Израиле не существует реабилитации постковидных больных, потому что пока они больны, их лечат, когда они вылечены, им уже не нужна реабилитация. Вот, поэтому здесь не совсем понятен вопрос, а каким пациентам нужна реабилитация, что с ними происходит после ковид. То есть, возможно, скажем, да, скажите. Да, чаще всего после лечения у ковидных больных наблюдаются осложнения. Если был сахарный диабет, то это перерастает в более сложную форму. У кого-то бесконечные головные боли, у кого-то усталость, опорно-двигательная система начинает страдать. Это все отголоски, и, как правило, то, что мы наблюдаем, это наблюдается именно у тех, кто переболел ковидом. Вы знаете, Эмма, я с вами в чем-то согласен. Проблема в том, что на сегодняшний момент ни одна из стран, ни Организация Всемирного Здравоохранения не заявили о том, каким образом и на что это действительно действует. То есть на сегодняшний день есть статистика, скажем, что ковид больше поражал пациентов с сахарным диабетом, и смертность среди них была наивысшей. Но что касается тех симптомов, которые вы говорите, что после этого осталось там головные боли, проблемы, может быть, желудочно-кишечным трактом, где-то что-то еще, то есть их огромное-огромное количество. И на самом деле этого ковида в организме-то уже не осталось. То есть теперь это не совсем постковидное осложнение. То есть на сегодняшний день был сахарный диабет, стал хуже. Кроме эндокринолога никто не поможет. Есть боли в голове, кроме невролога никто не поможет. Но на самом деле это все сейчас будет делаться, как говорится, с самого начала, без связи с ковидом, без связи с коронавирусом. Нет смысла на него оглядываться. Он пришел и ушел. А то, что осталось, нужно лечить, а не реабилитировать. Понятно. Да. Понятно. Еще? Ну, то есть у вас, я так понимаю, в израильских больницах нет установки на то, чтобы разрабатывать какие-то программы реабилитационные для ковидных больных и так далее, потому что ну, у нас в России такое есть, да. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но вот есть такое. Ну, смотрите. Все санатории разрабатывают программы реабилитации. Во всех больницах есть программы реабилитации и особое отношение к тем больным, кто переболел ковидом. Я вас понимаю. Вы знаете, я не хотел бы что-то, как это сказать? Нет, я с удовольствием прокомментирую как раз. Я не хотел бы преуменьшать роль российской медицины, но... И курортно-санаторного департамента. Да, но давайте мы возьмем, вот что в России делается. Скажем, человек приходит с головными болями, вот, он приходит, там, я не знаю, он может прийти с чем угодно, он может прийти, головные боли, я утрирую, конечно, но и больница его пошлет на огромное количество анализов, которые нужны или не нужны, ему на всякий случай сделают, понятно, там, кардиограмму, ему сделают много чего, ему сделают на всякий случай гастроскопию, а может быть и колоноскопию. И все это обследование может, очень часто, что в России происходит, обследование будет происходить именно в клинике под госпитализацией. Вот. И в конце концов получится, что клиника отобьет кучу денег страховых компаний,
Вот. Понятно, что человек от этого не страдает, да, он даже получит какую-то информацию, но в принципе эта вся диагностика была зачастую не нужна. Вот. И то же самое, мне кажется, касается и вот этих реабилитационных постковидных отделений. То есть это просто отбивание очень красивое денег, потому что нет, ну вот, вот представьте себе, мы никогда, вот скажем, мы возьмем 5 человек разных, которые переболели ковидом. У одного есть головные боли, у одного есть проблемы с сердцем, у третьего проблемы гематологические, у четвертого с желудочно-кишечным трактом, у пятого что-то еще. И какие специалисты должны быть в этом центре? Я не верю, что один реабилитационный центр может позволить себе содержать все оборудование для диагностики всех этих пациентов и, соответственно, для их лечения. То есть это уже многопрофильный центр, это уже не реабилитационное отделение, санаторий или что-то еще. Таким образом, это получается, что это все какие-то частичные меры, которые, как очень часто мы видим, они показываются, что вроде бы что-то делается, а вот вопрос, для чего это делается и каков конечный итог мы из этого получим, вот тут вопрос. Понятно. Да, Эмма. Хорошо, и тогда у меня еще один вопрос. Прошу вас. Скажите, а как у вас развит сектор санаторно-курортного лечения? Во-первых, санаторно-курортное лечение основное, назовем его так, это все-таки то, что существует на Мертвом море. Потому как я, честно говоря, и не знаю санаториев, которые бы у нас были еще. То есть да, у нас есть гостиницы вдоль берегов моря по всем городам Израиля, но это не санатории. Ну, я могу немножко, я прошу прощения, я возражу немножко Дмитрию, потому что у меня есть товарищ, которого я обязательно приведу свидетельство, есть такой санаторий Лабриют в Натании, который действительно получает именно санаторно-курортное лечение. Это на берегу моря. А, это что-то новенькое. Я ну, уже пару лет. Я слышал об этом. Мы обязательно пригласим их там, если не захотят. Вот. Но когда мы говорим о том, что есть в Натании один санаторий, и о том, что на Мертвом море санаториев нет в принципе, то есть люди живут в гостиницах, но получают там курортологическое лечение в нескольких клиниках. Но это не медицинское, клиниках. Ни в коем мере, не как у нас курортно-санаторное, как да, в Союзе да, было. То есть это невозможно в принципе сравнивать с тем, что есть в России сейчас. И это очень интересно. Вот, или на постсоветском пространстве. То есть у нас, в принципе, очень многого нет. Тогда по вашему поводу, Эмма, я вам скажу такую ситуацию. Я просто знаком с этой темой. Дело в том, что очень много израильтян, русскоговорящих, да, выходцев из Союза бывшего, из стран бывшего СССР, они люди возраста за 60+, они очень любят ездить именно в советские, ну, в российские, там, молдавские, украинские какие-то санатории. Кавказские. Кавказские, Кисловодск, да. Пятигорск, минеральные воды и так далее. Это очень, будем говорить, востребованная тема. Я просто знаю очень хорошо. Чехию сколько ездят. Чехию, Марианские лазни. Да. Это вы просто не представляете. То есть люди за 60, пенсионного возраста, это у нас просто паломничество. Болгария, Чехия, Словакия и так далее. Вот по этим местам они все с песней по жизни. То бишь, ну потому что у нас в России нет Мертвого моря, и поэтому мы едем к вам с удовольствием Мы, соответственно, к вам на минеральную воду в Кисловодске, в Пятигорске. У нас минеральная вода уникальная, да, из источников. Так что мы у нас обязательно грязи. Да. В этом направлении мы обязательно должны будем поработать с вами. Вы к нам. Спасибо большое. Вам... Спасибо за хорошие ответы, очень интересные. Спасибо большое. Спасибо, Эмма. Всего доброго, счастливого вам. До свидания. Спасибо. Да, до свидания. Ну вот, интересно, люди, видите, как интересуются Москва, Россия. Хорошо, люди, которые имеют отношение к какому-то туризму. Красиво. Значит, давайте так. Мы, наверное, выйдем на какую-то музыкальную паузу, потому что уже 35 минут в эфире, и после этого поговорим еще, у нас еще есть достаточно серьезные, хорошие, интересные темы, вот даже исходя из того, что сказала Эмма, это интересные вопросы, потому что у нас все-таки туризм, то есть у нас въездной и выездной туризм, мы хотим, кое-что мы можем получить здесь, есть вещи, которые мы можем выехать за рубеж и там получить, так что
мы выходим на музыкальную паузу и после перерыва пообщаемся еще. Звоните нам, плюс 972-542-569, плюс 972-542-569. Слушайте radio.arthall.pro, смотрите в прямом эфире Art Hall Television и Art Hall Television. На следующий день у нас в Ютубе тоже самое будет, передача в записи. Спасибо, ждем после перерыва. Pioggia, l'odore come il suono del tuo nome sulle labbra del tuo amore, come i primi fiori della primavera, come un alberello che cresce dalla terra. Perfetta di un bellissimo amore, dare il tuo cuore, non provare dolore, sei tu. Еще раз, уважаемые радиослушатели и телезрители, вы можете нас увидеть и услышать по Фейсбуку в прямом эфире Art Hall Television. Art Hall Television завтра сможете видеть нас повторе на Ютубе, слушать в радиоканал radio.arthall.pro, звонить в студию по телефону плюс 972-542-569. Еще раз повторюсь, плюс 972-542-569.
мы сегодня говорим в программе In Out Israel Tours. Со мной Александр Ситниковский. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Синицын, доктор, который занимается медицинским туризмом последние 20 лет. То есть человек, который понимает в этом, разбирается в этом. Мы затронули очень много интересных вопросов в первой части передачи. Был звонок у нас из России, который нас настроил на положительные вопросы, на положительную волну. Звонила девушка, которая поспрашивала, как у нас идет реабилитация ковидных больных. Дмитрий очень правильно ответил все и квалифицированно. Есть еще вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, доктор Синицын, а как у нас с ценами обстоят дела в медицинском туризме? Потому что я знаю, что есть вещи, которые действительно имеют смысл проводить в Израиле, исходя из того, что они намного дешевле, чем, допустим, в той же Америке или в той же Англии. Вот мы говорили о том, что Англия у нас ассоциируется с обучением, с академическими знаниями, да? А у нас все-таки Израиль ассоциируется с медициной, потому что мы, то есть Израиль, то бишь медицина израильская, она в первых рядах мировой медицины. И вот есть некоторые выкладки, которые я хотел бы представить вашему вниманию, да? Вот, допустим, есть такая процедура, как ЭКО. Что такое ЭКО? Это все искусственное оплодотворение. Да, экстракорпоральное оплодотворение. Вот это так расшифровывается. То есть это искусственное оплодотворение, которое, допустим, в больницах США стоит в пределах 16-20 тысяч долларов за такую процедуру. Соответственно, в Израиле это стоит 5-6 тысяч. Это может быть на самом деле и дороже. То есть здесь какие-то усредненные очень цены. Безусловно, мы говорим о средних ценах, потому что, безусловно, у каждого пациента, пациентки есть какие-то свои определенные трудности, плюсы, совершенно минусы верно. И так далее. Но мы говорим о среднем. То есть средняя экономия около 70%. Также, допустим, процедура коронарного шунтирования. Достаточно частая, будем говорить, процедура, да, которая... Это высокие технологии. Это высокие технологии, в которых мы говорили в первой части передачи, что у нас все-таки действительно мы одни из первых на планете в этом направлении. Да? Вот смотрите, в больницах США такая процедура с коронарное шунтирование стоит около 120-130 тысяч долларов. Ну и, соответственно, в Израиле это от 20 до 35 тысяч долларов. Это почти 80%, не почти, от 73 до 83% экономии. Ну, допустим, вот ортопедия, я знаю, что тоже у нас очень много, опять же, технологии позволяют. Замещение тазобедренного сустава около 40 тысяч долларов в больницах США, и у нас, ну, плюс-минус чуть-чуть, мы здесь не особо. Вот пересадка костного мозга, это действительно очень приличная разница. То есть пересадка костного мозга в Америке может стоить до 260 тысяч долларов. У нас где-то в районе 100-120. То есть это очень приличная разница. С пересадкой костного мозга, кстати, вот коснулись этого вопроса. Да. Здесь очень интересный вопрос. Пересадкой костного мозга на самом деле Израиль не занимается. Откуда такие цифры? Это значит, что объясню. Костный мозг – это прерогатива на сегодняшний день только Соединенных Штатов. Только Соединенные Штаты действительно занимаются костным мозгом. И Израиль же занимается стволовыми клетками. То есть это идет пересадка стволовых клеток, выделенных стволовых клеток, очищенных, обработанных и так далее, стволовых клеток. То есть это все равно работа с костным мозгом. Но это не совсем костный мозг, то есть это не совсем то, что получают, скажем, в Америке. То есть у нас это все идет немножко другая линия. И так, в принципе, это делается сейчас во всем мире, кроме Соединенных Штатов. Что интересно, с костным мозгом, снова же, огромное количество израильтян, у нас это модно, у нас это принято, являются донорами, потенциальными донорами костного мозга. Поэтому, скажем, попадает пациент, неважно, ребенок, взрослый, в больницу, и там лимфома, лейкоз, или какое-то очень тяжелое онкологическое заболевание крови чаще всего, ему нужна трансплантация костного мозга. Так вот, несмотря на то, что Израиль подключен к мировой базе поиска доноров, поиск начинается с Израиля. Потому что здесь огромное количество доноров, и взять его именно как здесь на месте, то есть у израильтянина, сразу его обследовать, взять все анализы и взять костный мозг, это намного проще, чем искать дальше по всему миру. Вопрос, я прошу прощения, а почему у нас больше всего доноров?
Потому что это такая вот израильская мода, потому что израильтяне очень любят не только быть донорами костного мозга, но быть донорами в принципе органов. Вы, если обратите внимание, в последнее время в прессе начали появляться, как это сказать, передачи о медицинских марафонах. Да, что, да. Что такое медицинский марафон? Это когда, скажем, там, в течение 24 часов, 48 часов идет пересадка органов. То есть туда печень, туда, скажем, поджелудочную железу, туда кишечник, туда легкие, туда сердце, что-то еще. Но это случается не каждый день, это случается периодически. И вот сразу вдруг появляется огромное количество пересадок. Откуда? Это из Израиля. Это не просто из Израиля. Это означает, что погиб какой-то человек или какие-то люди погибли, которые завещали свои органы дальше на пересадку. То есть, это означает, что в больницах появились органы, которые можно пересадить. То есть Израиль славится тем, что я знаю, допустим, я знаю, что здесь есть такая некоммерческая, не помню, как называется, сейчас не буду говорить, чтобы не рекламировать. Ади, вот, мне подсказывают. Есть такая некоммерческая организация, которая пропагандирует после гибели, смерти и так далее, несчастных случаев, завещать свои органы для пересадки других людей. Совершенно верно. И это верно. Очень ну, гуманно. Это гуманно. Во-первых, давайте говорить так, мы сейчас не пропагандируем, опять же, иудаизм, христианство там, или мусульманство, но в Израиле, в еврействе, в иудаизме это очень ценится. И я просто знаю, у меня много достаточно случаев среди знакомых, которые действительно завещают свои органы и пишут прямо непосредственно, подписывают какие-то бумаги для того, чтобы после кончины передать все, что можно. То есть извините, кощунство, но это безотходное производство. Я это думаю, действительно... я думаю, что считаю, это кощунство для многих религий, это кощунство вполне возможно для многих людей. Нет, кощунство, я сказал, что это как безотходное производство. Но тем не менее, я считаю, что этим людям надо снять перед ними шляпу. Это спасает сколько жизней. Я об этом говорю, что надо снять шляпу перед ними, поклониться низко в ноги, потому что, ну и, к сожалению, у нас еще страна, находимся мы в таком регионе, что у нас соседи, к сожалению, не очень дружелюбны к нам, и у нас случаются часто теракты. Благодаря этому. Этому, кстати, тоже хочу сказать, именно благодаря этому Израиль славится своей ортопедией, хирургией, именно лечением боевой травмы и ожогов. Ну, господа, мы потому что у нас, на протяжении 73 лет со дня образования государства Израиль, вы меня простите, но мы живем в такой обстановке, что, как говорится, и врагу не пожелаешь, а наши соседи очень хотят, чтобы у нас это происходило. И кому война, кому мать родна, но мы действительно, опять же, есть некоторые негативные стороны, которые мы превратили в позитив и помогаем действительно очень многим людям, которые нуждаются в этом. Да. Хорошо, что еще мы можем рассказать? Вот скажите мне, доктор, какая процедура? Вот сегодня человек, вот на сегодня мы начали говорить с этим, мы немножко так отвлеклись в сторону. Вот сегодня вы сказали о том, что есть определенная... О, прошу прощения, есть у нас еще звонок у нас есть. Здравствуйте. Мы позвонили в прямой эфир, правильно? Да, здравствуйте. С кем имею честь? Представьтесь, пожалуйста. Главный врач санатория имени Кирова, город Кисловодск. Меня зовут Кришталюк Людмила. И хотела бы задать вопрос по поводу продвижения медицинского туризма. Да, мы очень приятно, во-первых, слышать вас с Северного Кавказа. Дай вам здоровья. И мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте еще раз. Только выключите, пожалуйста, Facebook, потому что у нас фонит и у вас эхо. Чуть-чуть или там звук уберите, или как-то. Да, убрала звук. Да-да. У меня такой... Хотела бы рассказать о том, что Санкуру, как бы курортному лечению, 300 лет. Это очень древняя как бы наука, которая сейчас немного зависла между медициной и гостиничным бизнесом. Верно. И на самом деле это очень хорошая тема по профилактике и реабилитации. На самом деле природные факторы, такие как минеральная вода, грязь, другие традиционные методы лечения, физиопроцедуры, воздух, климатолечение, теренкур. Это богатство естественное, и оно дает людям на самом деле большой ресурс
своим здоровьем управлять и его восстанавливать. Поэтому вопрос такой, готовы ли люди воспользоваться этим кладезем, который существует, природным кладезем, не химическим, не каким-то вредным, не лечащим отдельную часть тела, а лечащим всю систему человеческого организма в комплексе. И хотели бы, конечно, восстанавливать эти связи и приглашать людей, конечно, после того, как пройдут ограничения. Есть система реабилитации после ковид, они разработаны нашими учреждениями, и мы бы хотели, конечно, сотрудничать. Есть ли желание, есть ли ресурсы для этого? Ну, во-первых, вам большое спасибо, что вы дозвонились нас. Я надеюсь, что вы нас слышали в первой части нашей передачи. К нам звонили из Москвы люди тоже по вопросу как раз санаторно-курортного туризма, будем говорить. И вы очень правильно заметили, что это немножко, как у нас говорят, между стульев, да, между гостиницей и больницей. Но это очень... Мы как раз говорили в первой части об этом, что мы очень как раз люди, которые прошли за 60, люди, которые выросли в Советском Союзе, они прекрасно помнят о курортах, о санаториях и так далее, и пользуются успехами. Но в последнее время, дело в том, что наши, скажу честно, как человек, который занимается туризмом, являясь официальным представителем Российского Союза туриндустрии в Израиле, я вам скажу, что дело в том, что наши люди привыкли уже очень серьезно, привыкли к комфорту. И у нас огромное количество людей за 60, даже за 70 выезжают каждый год. Ну, я говорю, до ковидное время, да? У нас уже как нашей эры, после нашей эры. До ковидное, да? Очень большой, большой поток был людей в возрасте за 60, которые ехали, будем говорить, оздоравливаться, да? Вот, так, вот такой вот термин, оздоравливаться, да. Но... И оздоравливаться, и профилактика. Совершенно правильно. И вот я вам скажу, что... Чем тратить на лечение, лучше это все предотвратить. Ну да, это лучше, лучше предотвратить, чем лечить. Это лозунг понятный, да? Но я просто говорю о том, что Россия как-то была не на карте, не особенно пользовалась успехом, потому что наши очень привыкли уже к комфорту. И они в основном ездили в Словакию, Марианские лазни, вот эти вот Карловы Вары и так далее. Вот в ту сторону как раз поток был очень приличный. Поэтому мы будем очень рады, Людмила, и мы, вот я сейчас господину доктору Синицыну тоже дам слово, но я вам скажу, как вот представитель туризма, да, мы очень заинтересованы в ваших услугах, мы с вами свяжемся обязательно, получим от вас какую-то информацию и с удовольствием будем сотрудничать, это 100%. Как говорится, вы к нам, мы к вам, это с удовольствием. У нас есть что показать тоже, опять же, наши соли, наше мертвое море, наши грязи мертвого моря и просто солнце, воздух, вода и постоянно свежие фрукты, овощи, экология хорошая, поэтому мы тоже будем вас ждать. Теперь вот еще вопрос, который вы хотели бы Дмитрию задать. Людмила, вы знаете, в первой части как раз программы говорили о ковидной, постковидной реабилитации. Вы сказали, что у вас есть такая программа. Что она включает? Что это такое вообще? Ну, может быть, не сейчас, а мы поинтересуемся. Ну, так, в двух словах, если можно, потому что, да, прямой эфир, нам жалко это. А давайте потом мы с вами свяжемся, да. За кадрами оставим контакты, и дальше будем более подробно обсуждать это. Да, ну, хорошо. В двух словах хоть скажите, это... да, что это, что вы имеете в виду, чтобы... Это восстановление системное, это первое, органы дыхания с помощью новейших методик, это и природные факторы, и другие классические процедуры, которые входят. Далее, это сердечно-сосудистая система, потому что разрушаются сосуды. Мы также восстанавливаем, делаем различные процедуры по этому профилю. И в комплексе данная система позволяет человеку реабилитироваться. Плюс естественный курортный парк Кисловодска, который раскинулся на несколько тысяч гектаров, и он является самым большим в Европе парком. Он со с его теренкурами, фитолечением, кардионагрузкой, нагрузкой на легкие, он создает естественный фон для восстановления. То есть тут комплекс, который дает и традиционное лечение, плюс курортные факторы, плюс соляная комната с янтарем, которая дает восстановление не только легких, но и иммунитета. Далее озонотерапия, массаж, естественный ЛФК,
физиопроцедуры, грязь, минеральные воды. То есть все это в комплексе дает очень хороший эффект. Плюс новые технологии. У нас есть, допустим, криокапсула, которая позволяет восстанавливать природные силы организма, заставляет дремлющие гены и какие-то клетки давать силу организма под такими строгими факторами, как минусовая температура азота. Ну, криолечение, вы все о нем знаете, конечно. Спасибо, Людмила. Тоже стимул давать для того, чтобы мы восстанавливались. Отлично. Большое спасибо вам. Во-первых, очень мы благодарны вам за ваш интерес и что вы нас смотрите. Это очередной раз говорит, что мы востребованы. Мы обязательно с вами свяжемся, Людмила Николаевна, и обязательно поговорим, потому что это действительно очень красиво и своевременно. Так что... Да, мы бы могли составить дорожную карту и обсудить вот эти нюансы, обязательно, которые позволили бы вам приехать к нам. А мы с вами были несколько раз на Мертвом море, были в Иерусалиме, вот. Конечно, восхищены тоже. Ну и у нас прекрасная экология, есть фрукты, есть природные фитонциды-стимуляторы. Спасибо. Тогда мне в личечку оставите телефон, и я вас обязательно с вами свяжусь, хорошо? Хорошо, конечно. Все, большое спасибо за звонок. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо. Вы тоже. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Доктор, ваш выход, скажите, как вы считаете? Вот вы человек, который занимаетесь... Вы, я с вами на вы, но потому что вы доктор. Дим, вот ты занимаешься уже 20 лет. Я понимаю, что твой бизнес состоит в том, чтобы привозить людей сюда. Но есть же выход такой, что люди могут действительно после твоих каких-то процедур могут поехать еще в тот же Кисловодск. То есть действительно существует то, что говорят вот люди же, правильно? Смотрите, тут есть нюансы. И я, пожалуй, кого нам взять? Прошу прощения. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из Санкт-Петербурга звонят. У вас очень интересная передача, она меня так как-то затронула, потому что, с одной стороны, у меня медицинское образование, с другой стороны, я занимаюсь туризмом давно. Здравствуйте, я прошу прощения, представьтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Наталья. Очень приятно, Наталья. Дело в том, что... Наталья, Наталья, я прошу прощения, но, по-моему, вы с мамой уже как-то звонили вы нам, нет? Я вам звонила, у вас тоже была тема туризма, только тогда у нас он был гастрономический. Ага, все вспомнил. Я просто... по вину, да. Да-да-да, я вспомнил просто, потому что смотрю номер знакомый. Да, слушаю, Наталья, ваш вопрос. Спасибо. Вот вы знаете, дело в том, что вот эта вот ковидная реабилитация, она, с одной стороны, просто стала веянием, веянием бизнеса. Потому что на самом деле, вот я слушала предыдущее выступление человека из Кисловодска, да, вот весь набор вот этих вот услуг, которые есть по восстановлению, он же ведь и до ковида был. Для этого ездили люди тоже в санатории, для того, чтобы восстанавливаться. Поэтому, по сути, это ничего нового. Это просто укрепление организма, обычное укрепление организма после любой инфекции, и неважно, какая она была. Вот. И мне интересно, а у вас в Израиле, может быть, я что-то пропустила, у вас люди ездят в какие-то другие страны вот в данный момент, или потому что Израиль закрыт, они никуда не ездят, и они восстанавливаются только на территории своего государства, потому что, ну, по большому счету, осложнение у всех. Вот у вас как с этим обстоят дела? По поводу России я уже знаю и услышала. Мне интересно... как на вашей территории восстановительная медицина идет? У вас очень сильная диагностика, но восстановительная медицина. У вас работает восстановительная? Я вам отвечу на этот вопрос. Вопрос в том, что в принципе реабилитационная медицина в Израиле очень сильна, но это касается неврологии, кардиологии и ортопедии в основном. Есть реабилитационные центры, которые помогают после тяжелых состояний, онкологии, операций, которые помогают прийти в себя. Но это, вот как вы называете, это уже бизнес, потому что большой необходимости в этом нет. Также и здесь у нас, да, понятно, что есть осложнения постковидные, но, во-первых, их не так много. Вот, у нас как-то вот все это прошло достаточно...
Ну, я не могу сказать, что безболезненно. Понятно, что было много смертей, понятно, что много людей осложнились с тем же сахарным диабетом еще больше, или сосудистыми проблемами, или с чем-то еще. Да, это все есть. Но снова же, какая реабилитация? Ими занимаются профильные специалисты, и все. То есть нужно лечить их, лечить. Конкретно нацеленное на достижение положительного результата, вот, например, по сосудистой, как да, вы говорите, да, по совершенно верно. Укрепляющей сахарной диабета, это нарушение внутренней секреции, да, или да. Как это там правильно сказать, то есть вот таким образом, они все до кучи, приехал и тобой занялись, и ты уехал значит, абсолютно здоровый. Смотрите, как у нас... Я в это тоже не верю. У нас, понимаете как, у нас основа медицины – это семейный врач, так называемый. То есть это терапевт, или как у нас его называют, зачастую это специалист по внутренним болезням. Так вот, все лежит на его плечах. Просто если есть необходимость, он привлекает других профильных специалистов. Если нет, он ведет сам. Но это лечение, а не что-то другое. Слово реабилитация здесь нерелевантно. Это все-таки узконаправленное, да, это узконаправленное и специализированное лечение конкретного симптомной, ну, в смысле конкретных симптомов, которые вот люди заработали да. после ковида. Совершенно верно. Угу. Да. Наталья, большое спасибо. Я хочу добавить, что у меня сегодня супруга как раз с подружками, с сестрой улетела в Грузию в Боржом, как раз попить водички. Вот такая вот у нас ситуация. Да, иногда выезжаем. На сегодняшний день как раз у нас есть страны, которые открыты для Израиля. Поэтому мы можем вылетать более-менее как-то. Не везде, но тем не менее пытаемся. И вот. Ну, слушайте, вам больше везет. У нас в Грузии пока вот, в общем, закрыто. Нам очень долго до не добираться. Но, в принципе, любят все Грузию. Но да. А минеральные воды, да, они пользуются большим спросом. И мои туристы тоже ездят. И в Кисловодск, и в Пятигорск. Но вот по поводу реабилитации, конечно, это вопрос спорный, да, Буковидный, это бизнес больше. Да. Наталья, большое спасибо вам спасибо большое, за то, что дозвонились, мы рады будем вас услышать еще не раз в нашей студии. Звоните, вам всего доброго, берегите спасибо. Себя, мирного неба над спасибо. Головой. Это у нас очень актуально сейчас. Спасибо, до свидания. Ну вот на такой, наверное, северной столице, видишь, Москва, Кисловодск, Санкт-Петербург. Очень у нас активные россияне. Ну, господа, во-первых, я поблагодарить хочу вас за то, что вы были с нами сегодня. Хочу еще раз сообщить, что мы в прямых эфирах. Мы будем сообщать, следите за нашей рекламой, за нашими анонсами. Смотрите нас в прямом эфире Art Hall Television, это по Фейсбуку. И тот же адрес у нас, Art Hall Television, который завтра, я надеюсь, будет уже в Фейсбуке. Смотрите повтор нашей передачи. radio.arthall.pro, это прямой эфир радио. И в студию дозванивайтесь. Вот видите, у нас сегодня звонили уже и Москва, и Питер, и Кисловодск. +972 542 569 569. Еще раз повторюсь, +972 542 569 569. Напомню, что сегодня у нас в гостях был хороший друг, хороший товарищ, человек, который не на словах, а на деле знает, что такое медицинский туризм, сам врач, детский реаниматолог Дмитрий Синицын. Дим, заключительное слово твое, попрощаемся с нашими телезрителями, радиослушателями. Я хочу только сказать нашим радиослушателям и тем, кто нас видит, берегите себя, берегите своих близких, берегите своих детей, не оставляйте их без внимания. И если случаются у вас тяжелые моменты в жизни, когда ставятся тяжелые диагнозы, главное, не теряйте время. Вы всегда можете связаться с нами, вы можете с нами хотя бы поговорить и как-то прояснить эту проблему. Вы хотя бы поймете, как дальше вести себя и что делать для того, чтобы не упустить время и не запустить свое заболевание. В любом случае, будьте здоровы. Дорогие друзья, будьте здоровы. Мирного вам неба над головой. Это у нас очень актуально сегодня. Шаббат шалом. Еще раз поблагодарю Дмитрия Синицына. Дай Бог здоровья. Встречаться только на радостях. По хорошим поводам. И я очень надеюсь, что это не последний раз, когда ты у нас в студии, Дима. Спасибо. Мы пообщаемся и будем живы и здоровы. Всем шаббат шалом. Будьте здоровы. Смотрите нас. Слушайте нас. Звоните нам. Спрашивайте. Все интересующие вопросы будут удостоены внимания и отвечены. Спасибо. Всего доброго. Шаббат шалом.